Приветствую вас, драгоценная церковь, и поздравляю всех нас с этим чудесным праздником, сошествием Духа Святого на землю, и теперь Он с нами в каждое мгновение нашей жизни. Слава Господу! И давайте вместе прославим Господа и споем Ему 112-й псалом. Аминь. Благословенно, да будет имя Бога благословенно, отныне и вовек, отныне и вовек. Да будет имя Бога благословенно, да будет имя Бога благословенно, отныне и вовек. Запада, да будет имя Бога благословенно, отныне и вовек, отныне и вовек. Над народами Господь высок, да будет имя Бога благословенно, отныне и вовек, отныне и вовек. Слава Ему, слава Царю, Богу нашему, вечно сущему. Слава Ему, слава Царю, Богу нашему, вечно сущему. Над небесами вовеки слава Его, да будет имя Бога благословенно, отныне и вовек, отныне и вовек. Над небесами вовеки слава Его, да будет имя Бога благословенно, отныне и вовек, отныне и вовек. Вечно сущему, слава Ему, слава Царю, Богу нашему, вечно сущему. Да будет имя Бога благословенно, да будет имя Бога благословенно, отныне и вовек. Да будет имя Бога благословенно, да будет имя Бога благословенно, отныне и вовек, отныне и вовек. Слава Ему.